Ну что ж, дружочки, пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends Chillstream, добро пожаловать на события All Star 2024. Прямо сегодня это событие стартовало, продлится 45 дней и много ожидает нас бонусов, бесплатных штучек, платных штучек, классной музыки. В общем, давайте наблюдать за тем, что есть, и быстренько сделаем полный обзор на то, что доступно прямо сейчас в игре. Прямо из этого меню можно перейти в Мелиссу Спаркли, и здесь у нас... Ничего себе она там нотки прям высокие какие-то взяла, я так не умею. В общем, я уже забрал нечаянно вот эти вот... жезлы, как они назывались-то? Светящаяся палочка, я ее спокойненько забрал. 10 получил за первый день. Можно здесь каждый день их забирать. 7 дней. В какие-то дни будет по 20-ке, это 40. Плюс здесь 30, это 70. Тут 100 можно получить просто... заходя каждый день в игру и собирая эти волшебные палочки. Но я бы был не я, если бы не взял, не приобрел сейчас сразу, наверное, дорогой вот этот вот самый... Держитесь, я покажу вам, что такое рок. Отлично, я забираю себе, мало того, что Мелиссу Спаркли, сразу же сходу, вау. Ну и, конечно же, раскрас, да, моментально тут же появился. Мы их посмотрим, наверное, зайдем быстренько в катулечку и чекнем. Ну и приобретая, кстати, дорогой набор, дорогой альбом, вы получаете хорошую скидку. То есть наград вы получаете на 2299, покупаете все это за 599 алмазов. Ну, коль такое событие, давайте мы разыграем один вот этот вот альбом. Розыгрыш состоится у нас, пускай в среду ближайшую на стриме я разыграю. Что нужно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий о событии, чему вы больше всего в этом событии рады. Благодаря тому, что я приобрел этот пропуск, я смогу забрать палочки еще 30, 50, 170, то есть объединяем 30, 70, 200, 250 еще дополнительных у меня будет волшебных палочек, так что с этого только события я получу 350 палочек, также получу уникальную эмоцию Мелиссы, плюс получим уникальное ее движение и действие в игре. Кстати, я обратил внимание, что можно это все дело ускорить за алмазы и добавить один день себе за 50 алмазов. 40 жезлов. Ну и затем волшебные палочки, конечно же, мы можем тратить в магазине как угодно. И здесь, прежде всего, можно купить сундук за 400. Это будет у нас герой на выбор. Сундук с героем Мелисса, Фредрин, Эстас, Эсмеральда, либо Москул. Плюс, конечно же, рамочки. Также можно получить уникальные эмоции событий 515. Из крутого еще, конечно же, эффект возвращения Спаркли. Эффект смерти Спаркли, который будет доступен, правда, через 8-9 дней. Но, наверное, самое интересное для меня, что можно это получить здесь раскрасы. Каким-то образом... А, нет, это скинец на Эсмеральду за 800. Сейчас мы посмотрим, где еще можно накопить все очки. Надеюсь, 800 очков все-таки можно накопить. Также можно получить звездную музу Астросилы. Это раскраска для той же Эсмеральды. И вот эту вот красивую Лолиту. Но многим, наверное, будет интересно именно вот это вот возвращение. Потому что возвращение All Star смотрится очень и очень круто. Ну и, конечно же, главное событие All Star 2024 года. Это бесплатный скинец на Эсмеральду. Супер крутейший. Вот такая вот Эсмеральда, которую можно залутать совершенно бесплатно. Очень крутой скинец, плюс также на него, как я понимаю, доступная окраска. Скинец можно получить совершенно бесплатно. Я уже залутал там 60 очков активности огня и всего вот этого вот музыкального и классного. Что нужно сделать, чтобы заполучить скинец? Нужно набрать 1600 этих очков. Что для этого нужно сделать? Всего лишь входить в игру Everyday, получать по 60 очков. Плюс 20 очков, получая MVP, плюс 20, играя один матч. И плюс завершив один матч. Если вы это делаете с друзьями, объединившись, то вы получаете удвоенную награду. Подсчитывал, вроде 2560 можно набрать за то время, что будет идти это событие. Так что этого с запасом хватает, чтобы полностью залутать все это дело. Даже можно играть в соло и не объединяться с друзьями. Также, конечно же, за дополнительную близость с вашими друзьями вы можете получить вот этот тот самый раскрас. Для этого нужно либо объединяться с друзьями, с которыми у вас имеется близость в игре,
и просто играть один матч, и причем можно его даже в режим боя играть, и вы получаете 20%, то есть 5 раз, 5 дней так сыграть, вы получите этот раз-раз, либо если вы играете в соло, то нужно everyday убивать 15 черепах или лордов, и тогда в этом случае, в принципе, вы тоже и в соло можете все это дело закрывать. Также, конечно же, этот скинец на Эсмеральду можно вместе с Акрасом получить и тратя волшебные палочки, но волшебные палочки, наверное, хотелось бы потратить на какое-нибудь, например, возвращение, да, красивое, которое доступно в магазине. Ну, конечно, под событие All-Star подходит также и звездный участник, он как бы тоже включен в череду этих событий, и что касаемо именно звездного участника, здесь Иксия тоже в этом стиле All-Star, в принципе, когда она появлялась, все уже понимали, к чему это все ведет. Ну и, конечно же, чип уже доступен в игре. Да, можно приобрести наборчик чип плюс скин чип за 369 алмазов вместо 868. Всегда приятно на старте. Здесь какая-то вообще безумная скидка. Да, ну и отдельно можно получить скинец на этого персонажа. Также, если мы зайдем в розыгрыши новинка, здесь также появился чип. Но начнется скоро безумие в игре, 100%, потому что... Ну, вы видели, что этот герой может делать. Он телепортируется с одного конца карты на другую через какие-то ячеечки, телепортирует себе команду, подхиливается, потому что хавает чипсы, ну, что-то странное совсем. Да, кстати, 10 палочек я уже получил за то, что прослушал «Ночь ритмов». Каким образом это сделать? В принципе, просто заходите в настройки, звук и... где это? Настроить тематическую песню, и я выбрал «Ночь ритмов», поставил себе новый трек. Теперь он будет играть и застрянет у меня в голове. Так что здесь уже можем забрать 10 волшебных палочек. Также тут еще можно прослушать тематическую песню All Start отряда Sparkly. Перейти. В общем, не буду вам спойлерить, клип там реально крутенький получился, так что переходите, в принципе, ровно так же, получаете еще 10 себе вкусных светящихся палочек. Также можно посмотреть трансляцию Рейва All Stars с отрядом Sparkly, но он откроется только через 14 дней, и там еще десяточку можно будет лутануть. Воу, и один, наверное, из самых приятных моментов, который я нашел, это последнее возвращение All Star. Вы можете получить скины All Star разных лет, которые просто так в любой момент не получишь, у меня у самого многих этих скинов не имеется, и это можно получить бесплатно. Во-первых, нужно заходить в игру каждый день, скорее всего, будет, потому что, нет, ну это 45 дней идет. Ладно, смотрите, завершить 6 матчей с друзьями, получите один фрагмент облика желаний, пополните на любую сумму алмазов, это для тех, кто хочет пошустрее, входите в игру 18 дней, у меня уже один есть, день, осталось еще 17 дней, и войдите в игру 30.03, так что забейте на календарик себе, иначе ничего не получится, это будет через 14 дней. И затем, имея 3 вот этих вот кусочка пазла, вы можете получить скинец. И здесь как раз таки на выбор и Харит, и Атлас, и Альфа, и Мартис, и Эсмеральда, в общем... Все это дело можно лутануть бесплатно. Также присутствуют награды за вход. Заходя в игру, например, 20, 23 марта по 25 марта вы получите 100 палочек. Например, зайдя с 6 апреля по 8 апреля вы можете получить классную эмоцию Эсмеральд. Ну, затем какие-то еще и токены драконов здесь будут выдаваться. Можно получить один и затем два этих токена. Адский лорд драконов ценностью каждый по 100 алмазов. Видимо, их можно крутануть, какие-то скины выбить. Так что эти даты нужно отмечать в календарике. Ну что ж, друзья, залетайте в игру, участвуйте в событии All-Star 2024, слушайте классную музыку, выбивайте крутейшие скины, ну и подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки. Я, в свою очередь, в ближайшее воскресенье, то бишь завтра, проведу стримчанский, поиграем, коль можно играть в режим боя с подписчиками, непродолжительный период времени, понабиваем как раз-таки себе вот эти вот очки, да, для того, чтобы побыстрее залутать себе раскрас для облика. Всем спасибо, до новых встреч, всем All-Star!